возникла, можно сказать, из довольно пустого разговора. В городке Шенкфюрт ежегодно проходит джазовый фестиваль, и к нему они прибавляют еще такие события, как арт-пленэр. Это довольно традиционные арт-пленэры, связанные с просто живописью или рисунком местных красот, которых там, естественно, огромное количество. И к ним приезжают вот такие художники из Архангельска, из Мурманска, то есть из Баренц-региона, и что-то там изображают по мотивам увиденного. И вот в предыдущий вечер, перед вот этим действием, сидя в баре, мы так разговорились, я говорю, как-то вы тут скучно живете, что-то у вас как-то вот ничего не происходит. Он говорит, ну а что там такого тут сделать, как бы, не видим мы ничего. Ну, проще простого, вот у вас есть центральная площадь городка. У вас лед есть, причем дело происходило летом. Говорит, ну льда-то у нас как раз много. Рыбная фабрика, она, собственно говоря, специализируется на льде. Говорит, ну вот, давайте на главной площади города. У вас прямо вот на асфальте выложен квадратик. Мы сделаем из него ледяной квадрат. Утрамбуем его. И он просто будет стоять. Говорит, зачем? Ну зачем, просто так. Это что с ним дальше будет? Ничего не будет, он растает. Ну, потому что лето, в конце концов, он должен растает. Ну, в общем, на этом разговор и закончился. Естественно, никто, ну, с моей стороны, я и не думал, что будет дальше происходить. На утро я проснулся от шума вот этих прекрасных больших треков, которые возили лед с рыбной фабрики. И рьяные Норвегии воплощали в жизнь вот этот концепт, который был высказан совершенно случайно. То есть их настолько увлекла идея бесполезного труда, который не принесет никакого...